Сегодня был не самый сложный матч. Каковы впечатления остались? Доволен ли он действиями своей команды в этой встрече? Today it was not a very hard game, and what's your impression of it? It was better than yesterday. Yesterday we gave up 8 natural goals. Today we gave up 0 natural goals. Сегодня, без сомнения, мы сыграли лучше, чем вчера. Вчера нам забили 8 хороших голов. Сегодня, в принципе, мы забивали больше, чем нам забивали. Один вопрос относительно будущего команды Соединенных Штатов Америки. На чемпионате мира в Шанхае через полтора месяца она будет в том же составе, в котором приехала в Кириши, или какие-то изменения ее ожидают? The question about the World Championship in July and what will be your team list on the championship? Oh well, we don't know. There will be 13 players of the 15 that are here today, but that's why we're playing here in this tournament and in the World League Superfinal to find out who those 13 will be. Я точно не знаю, кто будет принимать участие на чемпионате мира. Мы привезли сюда 14 игроков, и на мировой лиге, и здесь мы посмотрим, кто достоин участвовать на чемпионате мира. Thank you and good luck tomorrow against Russia.